Уразбек Рамазан Шаймерденов – известный спортсмен, мастер нескольких видов борьбы. Он живет в селе Кургалжин с 70-х годов прошлого века и до сих пор занимается спортом. Своим упорным трудом вдохновляет молодежь. Уразбек Рамазан Шаймерденов, много лет проработавший в сфере внутренних дел, достойно представлял Казахскую ССР в составе добровольного спортивного общества «Динамо». Недавно ему был вручен специальный трофей, потерянный в ходе одного крупного соревнования. В 1977 году в Киеве состоялось первенство Советского Союза по самбо. В нем приняли участие сильнейшие борцы 15 республик. Я получил серебряную медаль в своей весовой категории и выполнил норму мастера спорта международного класса. К сожалению, награды остались у товарищей по команде в чемодане. Интересно, что спустя 45 лет из столицы Украины Киева кубок дошел до столицы. И в ближайшее время его вручил мне аким Кыргалжинского района. Уразбек Рамазан поместил этот трофей в музей Кургалжинской школы-гимназии, где он учился. Он считает, что это воодушевит молодых спортсменов. Уразбек Рамазан Шаймерденов, неоднократный призер чемпионатов Казахстана, борец-ветеран, по-прежнему находится в хорошей форме. Василий Павлиди, Каламбек Мухамеджанов, Кокшиакпарат.